скрытой камерой? Да. Миша, это у тебя мания какая-то. Да какая мания? Я уж себя по телевизору видел 3 раза. Да ты что? Конечно. В какой программе? Ну, там, про скрытые камеры. Мишенька, тебя подловили где-нибудь поющим в душе? Или где-то еще пел? Неважно. Да нет, просто там какой-то мужик, похожий на меня, все время в магазинах тырит эти скрытые камеры. Все, не будем об этом. Действительно, не будем. Помните, мы следим за вами, потому что мы ваши дальние родственники. Гетеры – независимые жрицы любви, проживающие в Древней Греции, устраивали особые трапезы. Приглашенным мужчинам они непременно подавали оливки и распаренный ячмень, улитки и сельдерей, сардины и вино, мед и сыр, крольчатину и мясо молодого козленка. Люди уже в 7 веке до нашей эры знали секрет пищи, богатой веществами, которые возбуждают чувственность, желание и дарят неутомимость в любовных играх. Но помимо этого, с древних времен и по сей день жители Греции меньше других болеют сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а работающих долгожителей больше всего на планете.